Благодаря этим фотоснимкам мы имеем визуальное представление о Первой мировой войне. Фотография стала частью механизма пропаганды, канонизация своих солдат, героизация боев и высмеивание врага. Ведь с помощью газет и журналов общественность узнавала о событиях с мест сражения. Именно столетней годовщине со дня окончания боевых действий посвящена выставка «Война через объектив. Альбом воспоминаний 1914-1918 годов». Так я очень рад, что могу сегодня представить и приблизить немножко фотографии из Первой Святой мировой войны, которая интересна в том, что она первый раз показана в том городе. В экспозиции представлены более 50 фотографий начала 20 века. Здесь наглядно показано участие Австро-Венгрии в военном конфликте. Благодаря этим кадрам зритель чувствует ту атмосферу Первой мировой, которая была на фронтовых рубежах в Галиции, России, на Балканах и в Италии. Такая вот хроника, фотография – это прежде всего еще такой посыл будущего. Потому что те, кто делал эти фотографии, они также рисковали. Они были также на передовых, они также участвовали во всех боевых действиях, но при этом оставили вот такие уникальные кадры, благодаря которым спустя 100 лет назад мы сейчас говорим, да, мы сейчас рассуждаем, мы сейчас говорим, правильно это или неправильно, но все это благодаря вот этому материалу, который бережно сохранился. Все представленные фотоснимки хранятся в Словацком техническом музее в городе Кошице с 1942 года. Альбом картин времен Первой мировой напечатали в 1920 году для Венгерского военного музея. В основе этой подборки лежат кадры, которые публиковали в одном из еженедельников, выходивших тогда в новой стране. Стимулом для публикации фото стала выплата гонорара за предоставленные снимки, которые отправляли в редакцию военные репортеры и фотографы, участники войны. На кадрах показаны образы окопной войны, повседневная жизнь солдат, человеческие страдания, военная техника. Они отражают не только драматические события боев, но и жизнь в тылу, сюжеты жизни гражданского населения. Я бы сказал, что это она показывает и так, как чувствовались, а как жили они, эти солдаты, их такой партикулярный, приватная жизнь. А я думаю, что она принесет такое ностальгичное внимание, кто посмотрит это. Все эти кадры напоминают нам о том, что благодаря фотографам, причем зачастую любителям, мы обладаем наглядными свидетельствами реалий Первой мировой войны. А это, в свою очередь, имеет большое значение для сохранения коллективного свидетельства о событиях, которые без всяких сомнений заметно повлияли на геополитическую ситуацию и определили судьбу многих народов Европы в первой половине 20 века. Экспозиция под названием «Война через объектив. Альбом воспоминаний» продлится до 7 октября. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на 8.